Юрий Беркун родился 9 ноября 1942 года. Окончил студию А. Завадского при театре им. Моссовета. 1964. С 1964 года и по сегодняшний день актер этого театра. В кино дебютировал в 1963 году, снявшись в главной роли молодого рабочего Алексея в социальной драме режиссера Сергея Микаэляна. «Принимая бой», долгое время появлялся на экранах в основном в телевизионных постановках. Начиная с 2000-х годов активно снимается в различных сериалах.